Привет, товарищи. Ну что, идет дождь. Надо было выходить с утра. Я тут болел. Два дня лежал дома в лёжку с температурой. Ну вот. Время у нас 10 часов. Посмотрим, как у нас будут дела обстоять. Поехали, чё. Первая поездочка. 343 рубля в дождь. Я так предполагаю, если бы я вышел с утра, нормально бы так заколымил. Но ничего, как говорится, что поделаешь. Так, ну что, смотрим, что... Пришел еще один заказ, был в зоне повышенного коэффициента. Не знаю, не успел посмотреть, везде ли сейчас или только там, где я нахожусь. Ну, дождик. Везде, наверное, должно быть. Сейчас посмотрим, сколько будет стоить. Так, приехал за клиентом на улицу Патриотов, 12 километров, оплата наличкой. То есть 12 километров с коэффициентом. Но будем надеяться, что это нормальная там какая-то сумма будет. Сегодня надо, помимо всего прочего, добить, ну, как всегда, полторашку, и плюс еще из них 500 на бензин уйдет. Ну, езжу на газу, на прогрев нужен бензин. Бензин уже, лампочка горит, четвертый день. Так, ну что, ждем клиента. По окончании заказа покажу вам, сколько будет стоить 12 километров с коэффициентом. Ну, короче, 330 рублей было за 12 километров, то есть... Цены такие сегодня, так скажем, отличные. Так, ну что, встанем. Подожду, этот чувак сейчас хочет ехать обратно. То есть попробую его поймать. 330, что мне тут? 600 рублей, комиссию он с меня сегодня взял. 2 по 330, считай, было. Но еще не всю комиссию показал. Так, ну вот, со второго заказа тоже вычел комиссии, то есть за две поездки я уже 530 рублей, образно говоря, заработал. Вышел я в 10, сейчас время 11:30, то есть полтора часа, 530 рублей. Ну что, ребят, дождался я этого парня, Яндекс взял с меня 330, мы с ним за 300 обратно доехали, то есть можно сказать, что 828, грубо, за 3 заказа. Время 12, то есть за 2 часа 800 рублей. Ну что, давайте сейчас, может, еще придет. Так, ну что у нас получается? Третий заказ, не учитывая, что еще один был от с руки, как говорится. На Покровку, это верхняя часть маршрут города, 6 километров. Ну, я думаю, там, не знаю, так бы было рублей 100-120. Ну что, на этом, похоже, пока что... Дорогие заказы кончились. 6 километров, 121, для меня 135. Завершаем. Спасибо за поездку. Пожалуйста. Ну, вот еще одна заявочка. Сейчас. 6 километров, 145 рублей. Оплачен картой. Так, вот 145 рублей. Так, итого 777 рублей. Сколько заказов не пишет. За неделю 4300, за месяц 11. Это мало очень. 4 заказа. 4 заказа 777 и плюс 1 с руки 300. Это 1077 сегодня заработал за 3 часа практически. Вот следующий заказик. Вот еще один заказик. 174 рубля. Спасибо. Завершаем. Заказчик оплачен картой. Сейчас посмотрим, какой он по счету. Поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Так, пятый заказ 919, но вычтут еще комиссию. Так что я думаю, там будет поменьше. Плюс еще один заказ с руки 300, то есть 1200 где-то я сделал. Так, ну вот, значит, что у меня здесь? Опять глюк МТСовский. Отдали коробочку, всего лишь надо передать в стоматологию. Вместо 245 дали 3 сотки. Так что еду я один. Можно спокойно курить. Так, ну вот, привез посылочку. Сейчас буду звонить, отдавать. Спасибо за...
245 рублей. Блин, оказывается, камера все это время писала. Ну ладно, завершаем. 181 рубль. 1236 рублей, 7 заказов. Минус вычтут комиссию. Это у нас за 11, 12, 13, 14, за 4,5 часа. Оказывается, я уже 4,5 часа на линии. Так, у нас сделал заявочку, 111 рублей, по пути пришла в Кстово, то есть дальняя поездка. Для улучшения качества где-то рядом. Поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Маршрут построить через 50 минут. Так, ну что, довез до Кстово. Чувака с Казахстана. Дэлу Гентру у них стоит 650 тысяч там. Так, 500 рублей завершить. Итого у нас, короче, камера на 60. 600. Да ёб твою мать. 1799 за 9 заказов. Ну сейчас 1800, в общем, вот сотку еще вычтет сейчас комиссию. Все, едем опять в Нижний Новгород. Вот заявка была. Блин, думал обратно в Кстово. 59 рублей. Спасибо за покупку. Хрен бы с ним, как бы по пути в город. Поверните налево. Вот привел по навигатору к воротам. Видимо, частный сектор, чтобы тут не ездили все подряд. Так, ну что, еще одна поездочка. Так, сколько километров, не могу сказать, была она. 29 минут в пути, показывает 366 рублей. Соответственно, 80 рублей будет комиссия. Завершаем. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. И вот. Поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Сумма превышает 2000 рублей. Так, комиссия будет 70, то есть двушка есть за 11 заказов. Вот смотрите, в нормальный день, да, когда дождя нету, чтобы заработать за 11 заказов 2 стоит, надо постараться. Плюс 3 сотни у меня еще было сегодня с руки, то есть 2400 уже. Ну, за 11 заказов он 1600 предлагает. То есть где-то на 800 рублей больше я как минимум заработал. Поставил по пути домой, потому что время уже близится к вечеру, да плюс с учетом пробок мне добираться 40 минут. Вот. Смысла, я думаю, нет, уже темнеть начнет. 2024. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо.